Как прошел день города? Нормально. Нормально прошел день города. Ну все, поехали. Сейчас будем задавать вопросы разным людям, они будут на них отвечать. Погнали. Плюс тоже пивоварня есть. Наверное, есть. Выпили и по магазинам походили. А можно у вас интервью взять для YouTube-канала? День города. Нет. Должна быть любовь, понимаешь? Поздравляем жителей Ярославля. С днем рождения, Ярославль! Я просто охуел. Хуя пиздец. На Кирова! Главное, бабла поднял. Да, вот это да, вот это хорошо. Да не психуйте, успокойтесь. Ну, давайте... Только что мы видели Гарри Поттера, играющего на гитаре. Уходим, уходим, уходим! Да, целый день я пахал. Ну честно, вы охуели. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Фомин. Я родился в городе Бежецке. Мне 25 лет. Ребят, да что ты хочешь от меня? Понимаете, вот должна быть любовь вот, ко всему.